Мы сегодня принимаем дополнительные усилия и увеличиваем группировку сил, которая будет работать в зонах подтопления. И дополнительно в зону чрезвычайной ситуации будут направлены грузы гуманитарной помощи для населения. Кроме того, вчера решением правительства Российской Федерации для оказания помощи 7 субъектам Российской Федерации, которые пострадали от паводков, это 5 регионов Дальнего Востока, Башкортостан и Челябинская область, выделено 3,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.